Вот, и что мужчине нужно знать и понимать в таких ситуациях. Вообще, в большинстве случаев, даже женщины, там, звонившие, то сейчас уже понятно, что звонят редко, пишущие в интернете, висящие на сайтах знакомств, в этих приложениях, в 99% случаев, как минимум, женщины там висят для того, чтобы реализовать свой инстинкт сексуальной провокации. У мужчин его нет, и средний мужчина, он же воспринимает женщину как мужика с членом. То есть он даже не понимает, что у женщины психики может быть встроено чего-то такое громадное, что у мужчин вообще нету. И они, мужчины, не понимают, что такое инстинкт сексуальной провокации, не понимают, как он работает, и не понимают, как на него реагировать и когда женщина его проявляет. Вот, заключается в данном случае этот инстинкт в том, что для женщины мужское внимание – это ресурс, мужское возбуждение – это ресурс, мужской сексуальный интерес – это ресурс. Вот, и женщина специально, целенаправленно инсценирует ситуацию «возбудим и не дадим». И когда они видят, что мужчина возбудился, ее хочет, проявляет интерес, значит, и пускай слюни там к ней тянется как-то, пусть в интернете, от этого женщина ловит дичайший адреналин. Просто они уже там прям кончают. А вот, то есть, понимаете, есть среди таких людей, мужчин и женщин, там сторонние любители экстремального вида спорта. Они в горы лазят, там альпинисты с аквалангом ныряют, с парашютом прыгают, там гоняют на всякой там технике и так далее, и так далее. А вот, так вот, женщине, у которой развит инстинкт сексуальной провокации, ну, то есть любой средний, ей не надо покупать парашюты, акваланги, куда-то ехать, лезть в горы, нырять в море, вообще из дома выходить. Она может ту же самую степень экстаза поймать, не отходя от компьютера, вот, просто за счет того, что она будет висеть в этом приложении на сайте знакомств и динамить мужиков. Вот. И средний мужчина это, в принципе, не понимает и не представляет вообще, как это у женщин работает. То есть это часть полнейшей зоны информационного мрака, как я это называю, информации о реальных отношениях полов. Официально это не говорится. Вот.